Знаете, мне очень приятно даже, что это перед Новым годом. А вдруг вот мы поженимся, и у нас получится и Новый год, и годовщина. Удобнее отмечать. Поэтому всем желаю нового хорошего года. С юмором встречать и с радостью. И за меня поболейте, чтобы я влюбился. Михаил, 62 года. Был единожды женат, но семейная жизнь оказалась не для него. Всегда пользовался большой популярностью у женщин, он легко влюблялся и также быстро остывал. И каждой новой избраннице всегда испытывал искренние чувства. Михаил – певец, композитор, автор песен, исполнитель, актер. Увлекается навигацией, парусным спортом и сыроедением. Катается на горных лыжах. Встречается с друзьями на шашлыках. Знает несколько иностранных языков. Мечтает написать русские народные песни и жить с семьей за городом. Михаил хочет найти себе образованную, добрую женщину с естественной красотой, которая будет относиться к нему с уважением и разделять его интересы. Ну что, братишки, с Новым годом, с наступающим! С наступающим вас! Да? Я вот ребят не представил. Это вот Андрей, мой очень давний друг. Женя. Я всегда не говорю сам друг, я рассчитываю, что друг. Конечно. Ребята, оба гитаристы. Такие интересные мужчины с Михаилом. Миш, ну что там греха таить-то? Ну погулял. Как говорит твоя коллега Надя Бабкина, кто в первой половине жизни был счастлив, тому немножечко придется поджаться во второй половине. И наоборот. Уж тебе-то, Господи, природа сколько дала всего. Чего ты его списываешь-то? Как говорится, уж не будут говорить, какой жизнь начинаем. Этот. Новую да, жизнь начинаем. Борозды-то не портят, нет, как говоришь-то, да? 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 Нет, нет, да. Нет. Потрясающе. Выглядит да. Просто изумительно. Если бы не знать, я сколько удивлена. Ему лет, да. Миш. Клевый возраст, на самом деле, для мужчины. Вы же до 80 все в женихе. Ну, а, да. Вот есть ощущение, что хочется покоя? Или так, пришел, ну... Покоя, или уже хочет... Ну, покоя, я имею в виду покой в хорошем смысле. Уюта. Женщину, уюта, да, одну уюта. Женщину уже, чтобы она не лила слезы в подушку, как все твои предыдущие. Нет, самое главное, чтобы не перечило. Помолчи. Потом скажешь, я проанализирую и сделаю... Девочки, на вооружение! И это не только Михаил, это Михаил озвучил. Никто не любит, как моя мама говорит, поперечных. Вот им слово, они здесь. Никто не любит. Любят женщин сговорчивых и молчаливых. Помолчи, в любом возрасте. Скажи, я проанализирую и сделаю, конечно, как надо. Даже если это будет по-твоему. А мне очень нравится, что он в очках. Такой интеллигентный вид, правда. Здорово. Я понимаю женщин, которые в него влюблялись. Миш, вот смотри, как странно судьба тасует карты. Ты ведь начинал массажистом женским. Массажистом я стал потом, когда уже даже женился. Слушай, он меня очаровывает все больше и больше, да, с каждой минутой. Я вот даже себе не могу представить, что ты, молодой, красивый, делаешь массаж какой-нибудь тете Моте, еще и напевая своим дивным совершенно голосом. Что было с твоей женой? С этими тетками, это понятно. Что с женой твоей было? Среди них тетев Мотев не было. Среди них были очень высокопрофессиональные девушки, которые могли оплатить этот массаж. Поэтому да здесь... уж я про это промолчу, который ну... уже... Миша, а ты, конечно, парень-то кремей, руки не распускал, ниже положенного. Хочется вообще, Михаила увидеть близко. Друзья, да, интересный мужчина. Домой приходила, а жена что? Иногда даже... Ну, приходил домой всегда. Уже такой усталый, но дело в том, что я еще форсовал, потому что на 100 рублей не проживешь. Да, конечно. Я жену надо было одевать, хотя она была из достаточной семьи. Но все равно одеть, как тебе хочется. Хорошо, тогда, если так все было шоколадно-мармеладно, и ты был такой весь нежный, любящий, заботливый и зарабатывающий, почему расстались? Она была сильно ревнивая, на уровне головой не крути. Вот это очень тяжелое. Когда Миш, ты... ну ты ведь а правда я крутил, не крутить но головой, это не то, что... А я не могу, конечно, не крутить головой. Главное, домой пришел. Вот, не важно, что вот, через так неделю, вот один но раз... пришел. А... Нет, один раз я не переночевал дома, один раз. Да, подумаешь, и она там мне правда сказала, она мне сказала, собирай вещички, 40 минут вот времени. Мишка, ну какой дурочка, ну ей же обидно. Это ты вот такой прекрасный же мужчина для всех. Ну ей же хотелось тебя, ей хотелось, чтобы ты только ей принадлежал. Ну, Миш, ну сам ты понимаешь сейчас?
Ну, не могу я. Я скорпион и тигр. Ну, куда мне? Ну, не могу. И не надо, Миш, не вот. Надо. Твое да. нутро мужское уйдет. Ишь, поделиться посмотри, не могла. Первый раз. Обычно она так нападает. Во-первых, возраст. Она ненавидит мужчин старше 28. Просто у нее подучие начинается. Ну, она говорит, тоже. Куда пришел старче? Ну, это... А тут, послушай, смотри-ка, тебе все можно. Это можно доказать. Хорошо, Мишечка, в общей сложности сколько было жен официальных? Официальных одна. Ну, такой харизматичный человек не может принадлежать только одной женщине. Да, может он принадлежать, да, только невозможно. Семье. Миш, хороший мужик, все в тебе хорошо. Только вот облизываешься часто на баб. Вот понимаю, вот да. это вот, вот это вот страшно. А что, с возрастом это же проходит? Нет, не проходит, это как цвет глаз. Молодой, красивый, талант. Это кто не надо проходит. Клонироваться надо. В конце вот концов, кто нашу Россию будет сильным Миша, потомством тебя четверо дед, я знаю, которых больше, ты признал. Вообще, я всегда говорю, сколько городов в Советском Союзе, где я был в гастролях. Возможно, я не говорю. Четверых просто я вырастил, воспитал, оплатил их молодость, детство. Ну, настоящий мужчина, вот в моем понятии однозначно. Пока Роза не начала тебя пытать, что у тебя есть, что нажил, прямо... что раздал, я хочу тебя спросить. Что хочется сегодня, потому что... Вот я, знаете, что хочу сказать? Не мой секрет, но у меня не держится просто. Вот я вчера в коридоре встретилась с Алисой Селезневой. Она такая счастливая. Я говорю, что к нам не заходишь? Она говорит, я такая счастливая. 9-й месяц с парнем, с которым познакомилась у вас. У меня... Она говорит, я боюсь сглазить, поэтому не иду. У нас такое количество людей. Вот говорят, да, у вас все подсадные, звездные особенности подсадные. А звездные что, не люди? Потому что, а где познакомиться? Вот где Миша познакомиться? Везде тоже Алиске было познакомиться. Девочки, а где еще знакомиться, простите? Вообще-то да. Москва – город одиноких сердец. Вот я это давно заметила. Скажи мне, дорогой, мы еще деток хочешь или уже, ну, все-таки? Нет, а почему? Девочку хочу. А если у нее уже будут детки от предыдущих? У меня все мальчики были. Ну, что такого-то? Ничего, это тебя не так. Особенно, если девочка. Ты, а вот, чтобы шить умело и вязать, это нам зачем? Вязать не обязательно, потому что вяжут обычно женщины плоховато. У меня только две знакомых вязали хорошо. Зачем? Это бабушка и одна подружка. А шить женщина должна обязательно, потому что с детства в женщине заложено шить, куколки. Женщина, если не шьет, а не знает второго языка, это уже... Какой ты мой золотой. Вот потому что ему нужна настоящая женщина. Настоящая. Лена вся там, в Михаиле. Я там. Она не слышит, не видит наших комментариев. Мне это нравится. Да, мне тоже. Согласна. Процесс пошел. Ну и что говорить? Возраст все-таки есть. Возраст, пенсия тоже. Я тоже пенсию жду. А у нас пенсионеры такого статуса, как ты, что иметь за душой? Ну, квартиры-то у нас есть. Две. Как нет? Две. А, две? О, Господи, я прям чуть это... Слушай, он не нашел квартиру. Дачка у нас там есть, вроде, да? Большая дачка, немножко недоделанная, но мне ни к чему. Пока так мама пускай была... Пускай она доделает. Мама была... Да, руководит пускай. Мама была, я для нее строил, построил большую дачу. А машина дачу. Как? Две. А что сам, говорит, я слышала, в метро сам ездишь. Езжу удобно. А зачем? Сейчас удобно в метро. У меня такая ветка. Послушайте, ребят, если ты едешь в метро и не заглядываешь всем в глаза, смотрите, это я, Роза Сибитова. Вы меня что, не узнаете? Конечно, ты не сделаешь шага. А если ты идешь конкретно, спускаешься до своей станции, никто на тебя внимания не обратит. Миш, вот что я тебе хочу для настроения попросить. Роза татарка у нас, да? Да, так ровно татарка. Баска за пепесами, басмасами, басами. Баска за пепесами, татарский. У меня директор был татарин. Так вы на татаре у нас сегодня 4 невесты. Давайте наконец жениться уже. Мишай, так его Роска тоже не замужем, между прочим. Да. Ну что, претендент? Хорошо. Мишечка, спой нам для настроения, пожалуйста. Умоляю. Можно? Немало женщин я встречал на жизненном пути, но все не мог найти причал, судьбы не мог найти. Ту-ру-ту! Но все прошло немало лет, немало зим прошло, и я дождался встречи с ней, мне очень повезло. Счастье свое, верю я, круту, повторяю вновь. Ты моя, ты моя, первая, первая, ты моя последняя любовь.
последняя любовь. Они его раскрыли. Хороший ты парень, хороший. Вот есть, мне кажется, мужчины, вот такие, как ты, у которых любви хватает на многих, на всех. Поэтому, дорогие мои, вот женщины, которые пришли бороться за сердце Михаила, ваше сердце должно быть огромным, душа должна быть такой же большой и восприимчивой. Вот Михаил такой, как он есть. Любите его таким, как он есть, потому что начнете его прессовать, начнете его загонять в рамки, талант уйдет, искренность уйдет, вот эта его доброта и душевность уйдет. Поэтому, ну, как-то давайте есть торт все вместе. Человеку столько дано в этой жизни, безусловно. И красота, и талант, и доброта. Ну, Михаил, вы классический Дон Жуан. Это ваше нутро, и ради бога не меняйтесь. Поэтому совет даю женщинам, нашим невестам сегодняшним. Вы знаете, даже в классическом бабнике можно найти много приятного, чувственной, нежной. Никогда вас так любить не будет, как любит обычный мужчина. Ну и в конце концов делиться тоже надо, девочки. Жена – величина постоянная, любовница переменная. Пускай нагуливает аппетит, спать дома будет. Чего так, и что... тебе, Роза, желаем. Да. Это правда. Согласна, это Розочка. Правда. Вы классический представитель современного мужчины в хорошем смысле слова. Вы очень чувствительный, даже много чувствительнее большинства женщин. Вы чувствуете настроение человека, который рядом. Вы по-настоящему вибрируете. Вы в эмоциональном контакте с женщиной находитесь. И при этом девушка вам нужна, которая будет также отвечать. Вам нужна почти родственница, если говорить серьезно. Но не по крови, не только человек, который будет вызывать только родственные чувства, но та, которая будет ощущаться как человек одной с вами крови. Вот я вам сегодня такое желаю. Настя, она такая лепкая, что ее можно слепить как угодно. Женщины сегодня хотят либо выжить за счет мужчины, либо это должна быть женщина, практически твоя ровесница, ну, в общем-то, очень взрослая. Ой, да ладно, которая будет любить тебя с юности, вот та, которая будет на все закрывать глаза, абсолютно, которая будет тебя любить по факту, вот как своего ребенка. Потому что вот ты что-нибудь там загуляешь, задуришь, а она вот твои яблоки вспомнит и скажет... Ну ладно, Мишань, понимаешь, вот родственница в этом смысле, о чем говорила да. Василиса. Поэтому мы это все смиксуем и будем такую искать. Я думаю, сегодня горячая передача будет. После рекламы невеста попытается проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Михаил. Пишите, встречай первую невесту. Удачи тебе. У нас есть конкурентки. Красивые волосы. Очень красивая, как золотоволоска, знаешь? С кем вы пришли? Я пришла с моими друзьями Ольга и Олег. Очень приятно. Давайте вас посмотрим. Нина, 44 года. Психолог в частном центре. Каждое утро начинает с контрастного душа и принимает себя такой, какая есть. Рисует, вяжет, вышивает и любит читать. Мечтает жить в собственном домике с любимым мужем. У Нины никто не спрашивал согласия, хочет она замуж или нет. Отец привел жениха в дом, и они сыграли свадьбу. Но без любви семья не сложилась. Надеется, что Михаил разбудит в ней новые чувства. С наступающим. Знаете уже, как будете отмечать Новый год? Да, с детьми и с друзьями. Здорово, как, а может быть еще и... Ну, очень надеюсь, если мне так повезет на самом деле. Понятно. Очень надеюсь. А, Нина, из какой вы семьи? Я из семьи военнослужащих, в общем-то, с менталитетом кавказской женщины, потому что отец у меня осетин. Так получилось в моей жизни, что очень властный человек мой осетин. Вот он привел, как было сказано, мне молодого человека, мне тогда едва исполнилось 18 лет, и сказал, что надо выйти замуж. Ну, надо, значит, надо. Вышла замуж, прожила около 10 лет, родила сына. Я ничего не могу сказать, он хороший был человек, но когда ты не любишь... Это все-таки индивидуальность вашего отца, потому что у меня столько друзей осетин. И, во-первых, они православные. Он тоже православный, Лариса. И мне это странно. Да. Это просто был такой вот жестокий человек, который сломал жизнь своей дочери. Женщина очень красивая невеста. Ну, хотя бы первая брачная ночь была под песню у Михаила, нет? Практически, какое-то было счастье, да? Практически, да. Ужасно, правда, жить 7 лет с нелюбимым мужчиной? Да, это очень мне кажется,
лучше жить вот с таким, как Миша, с любимым собачечкой. И пусть он немножко счастье жить. И пусть бы он маленечко на сторону бы ходил, вам бы все равно доставалось. Зачем ты уговариваешь женщину? Ну, потому что лучше Михаил готов делиться, чем гадость одному. Вы знаете, Михаил, скажите всей стране, что вы готовы хранить верность уже себе. Я про раньше спрашиваю, про раньше. А дело в том, что Лариса, она не насаждает. Она просто считала меня, и я с ней совершенно согласна. Это правда. Слушайте, но было ужас, ужас. Ну, это очень тяжело, психологически вообще очень тяжело. А вот вы как-то приходили, говорили, спасибо, пап, тебе спасибо. Ты вот видишь, у меня синяки под глазами. Я очень сильно его почитала, и мне сложно было это говорить. И потом я много сама работала с собой и с коллегами, чтобы выйти из этого состояния стресса. Но не бывает же просто бедная так девочка. Все. А вы и пошли, да, к бедная психологам? Девочка. Да. Поэтому. А скажите, вот вы, будучи в браке, по повелению своего папы, влюбились? Ну да. Потому что природа не терпит пустоты. Конечно, молодая женщина, вы влюбились. У вас был уже ребенок к тому времени? Да, у меня был сын. И тут вы уже, конечно, с чувством папеньки не посчитали, сказали, хватит, жизнь моя, она одна. Да. И поэтому... И что папа? Папа и мама, они, конечно, были в шоке, потому что это получилась такая ситуация, что все, что мама говорила, нельзя, вылезлось такой протест, что как раз это и сделалось. Нельзя женатого, нельзя, что старше тебя, не трогай женатого, не трогай с детьми. И как раз произошло все это. То есть жена очень сильно каялась, увели да, из семьи? Да, Лариса. Мне стыдно, я раскаиваюсь. И вышли замуж за него? Да, я вышла за него замуж и родила от него дочь. А он тут стал попивать, да? Ну, не то слово, он изначально просто был запойный. Он правильно, Роза, абсолютно, он и с первой женой пил. Просто я, как Роза когда-то сказала... Думала, что она не смогла, я смогла. Конечно, да. Что только вот те плохие. Ну, конечно, а я тоже не смогла. Хороший, опять-таки, урок, научение. Но опять скажу, какой отец говорит, за одного битого двух выбитых дают. И вот когда он раз поднял на вас руку, второй раз сколько терпели? Когда первый раз руку поднял, тогда я ушла. Красивая женщина, хорошо подвешен язык, умная, общительная, вполне возможно. Я так думаю, что вы сами себе мешали быть счастливой, жить счастливой. Но это ваши университеты. И слава богу, что так было, вы еще не старая женщина, 44 года, все еще впереди. Единственное, хочется узнать, какой урок вынесли. Вот о чем говорите со своей дочкой на ночь, глядя и говорите, дочь, вот смотри на меня. Вот я, например, своей Лёльке говорю, я говорю, Лёля, тебе нельзя даже одну рюмку алкоголя. Вот даже просто вот унюхала где-то, выбрасывай, потому что у тебя дурные гены. Тебе нельзя сигарету, ни одну, потому что потом будешь курить всю жизнь. Тебе много чего нельзя, смотри на меня. Я рассказываю о себе, я пытаюсь ее предупредить. Я согласна, да. Лариса. Я вот вы о чем предупреждаете? Не быть кем ей. Я предупреждаю в первую очередь, чтобы она опиралась на себя и отстояла свое мнение, чтобы несла за себя ответственность, чтобы могла даже со мной поспорить и сказать, мам, ты знаешь, а здесь значит, я считаю... С мужем так будет так. Спорить? Нет, с мужем не будет спорить, потому что здесь есть кавказский менталитет. С мужчиной нельзя спорить. Вот то, что Михаил, например, не нужна поперечная это. Я с ним совершенно согласна. Как может женщина перечить мужчине? Тем более, что она можно посоветоваться. Это допускается. Вторично? Как это? Женщина вторичная? Отношения. Наконец-то вторая женщина пришла, как которая говорит, что вторичная. Личность вторична? И женщина, и мужчина – это люди. Я согласна, но мужчина в моем понимании, в менталитете кавказской женщины, он все-таки главнее. А я не кавказ, ко мне в кайф. Значит, вот. Что я замужем. Понимаете? Правильно. Либо вы договариваетесь на берегу, что мужчина за тебя отвечает, и тогда ты будь последовательна, тогда ты слушай его, согласна. Тогда ты слышь его. Согласна. И говори, да, конечно, родной, как скажешь, ты лучше знаешь. Понимаете? Согласна. А ты первую половину дня говоришь, ты лучше знаешь, дорогой, давай сделай. А потом ты начинаешь ему вскрывать мозг, потому что я личность, я должна там то сюда. Вы, женщина, договоритесь сами с собой, чего вы хотите от мужчины. Правильно. И от этой жизни. Поэтому, Нина, я с вами согласна, правильно говорите. И это мужчине приятно на слух. Она обаятельная, но я думаю, что и вторая, я и думаю, третья. Что Настя лучше. Настя, девочки, ну вы просто меня очень любите, поэтому для вас я всегда подруги. Мои подруги. Смотри, у Нина девочка 16 лет, потом будет 17-18. Это опасно. Это опасно. Спасибо тебе, Миша, огромное. Спасибо тебе огромное. И глаз сразу стал дурным. Ниночка, сложится с Михаилом, не сложится. А Михаил просто имеет свободу слова. И он озвучил, это опасно. Любой мужчина, который придет к вам в семью, это большая бомба замедленного действия. Поверьте мне. Верю.
И знаю. Я, например, вижу только в одном – дождаться совершеннолетия, отселить дочку. Правильно. То есть сопли утирать до 40 лет точно не надо. Чем раньше человек станет самостоятельным, тем лучше для него. Понимаете, когда вы выйдете утром из душа, и дочка вслед за вами выйдет из душа заспанная, это, как говорят, в Одессе две большие разницы. Лариса, миллион раз. Не искушайте. Поэтому, миллион раз, да. Правда. Я знаю, что вы придумали и приготовили для Михаила какой-то оригинальный сюрприз. Ну, это сюрприз сделан моими руками, мной вышит. Михаил, я с любовью дарю вам эту картину по фэн-шуй. Это очень хороший знак. Это мужчина и женщина, которые смотрят в одну сторону, чего я и вам от души желаю — встретить свою женщину. Послушайте, вы вышили это серьезно? Да, в одну сторону по жизни. Хорошее пожелание. Хороший подарок, да. Спасибо, спасибо. А рамочку уважаемый. Можно было побогаче. Почему? Да, рамочка там прекрасная. Стильная. Я знаю, совершенно рамочка в стиле. Спасибо, дорогая. Проходите в свою комнату. Прелесть, правда? Да, да. Это на мой взгляд, интересная женщина со своим внутренним богатым миром и колоритом. Колоритом. В данном случае я считаю, что эту кандидатуру нужно рассматривать внимательно. Спасибо. Да, я с Андреем согласен. Она, безусловно, неплохая, очень понравился. Не то, что неплохая, а хорошенькая. Вполне возможно, что все стоит. Мне он очень понравился, правда. Знаешь, он с такими живыми глазами. Намыкалась. Как и все женщины этого возраста, кто разведен, либо овдовел, двое детей, конечно, хочется уже счастья. Я думаю, что она это счастье самое заслужила. Я не думаю, что она так уж будет соглашаться и так уж она будет служить. Да, это я уже такое, понимаешь, что приметил. Она достаточно хитренькая, и вот это вот то, что ее кавказское воспитание, как она говорит, она будет, конечно, свою проживать жизнь параллельно. Появятся внуки, вам тоже достанется. Но вот в этом случае ее хитрость как раз, мне кажется, сработает. Такая женская во благо семьи. Она уже оценит, Миш. Он действительно очень харизматичный внутри. У него большая сила, это чувствуется. А что звезды подсказывают? А звезды подсказывают, что не такая уж она и хитренькая, какой вы пытаетесь ее представить. У нее Венера в соединении с Луной в Козероге. О. Она девушка спокойная. Она действительно способна очень долго и внимательно прислушиваться к мужчине. Но, к сожалению, она очень медленно реагирует на те стимулы, которые посылает жизнь. То есть она не поспевает за изменениями жизни. Есть люди, которые сами, ну как в волейболе, начинают подачу, знаете, вот та команда, которая подачу начинает, та и выигрывает обычно. Вот она не начинающая, она обычно человек, ну не то чтобы принимающий удары судьбы, она ждет, когда жизнь выступит каким-то событием. Ты что, до утки как на третьи сутки, что ли? Нет, это значит, что она не планирует жизнь, за нее жизнь сама планирует. Она уже действует в сложившихся обстоятельствах. Это не совсем правильная стратегия. Я считаю, что ей нужно быстрее научиться оценивать мужчин, быстрее отсевать неперспективных, потому что она долго терпела, она в отношениях нацелена терпеть по-настоящему. Спасибо. Да, она совершенно права. Совершенно верно, мы с тобой недавно абсолютно об этом только говорили, абсолютно. Да? Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Михаил. Иди, встречай вторую невесту. Миша, удачи тебе. Она ему понравилась. Здравствуйте, Анастасия. Вы с кем? Я с подругами Ингой и Натальей. Какая вы хорошенькая. Давайте на вас посмотрим. Анастасия, 35 лет. Певица. В прошлом бухгалтер. Пела в церковном хоре. С удовольствием занимается домашними делами. Предупреждает, что громко смеется. Мечтает быть любимой и любить. У Анастасии была крепкая и дружная семья, но она очень хотела петь, а муж в нее не верил. Развелись через 6 лет после того, как она уехала на гастроли. Надеется, что Михаил оценит ее по достоинству. А Настя, а когда у вас вдруг проснулся талант певческий? Когда вы поняли, что... Я пою с 6 лет. Вот 6 лет. Скажите, пожалуйста, вот девочка, которая поет с 6 лет, как-то у нее поэтапно. Сначала карьера певческая, потом она выходит или не выходит замуж, потом рождаются дети. Почему у вас все наоборот? Почему вдруг бухгалтерия, потом замужество, ребенок, потом карьера певческая? Объясните. Но я думаю, что в церкви учат изначально строить семью, и я как бы старалась придерживать этого. А вы с мужем тоже, да, в церковном хоре, да, познакомились? Не в хоре, скажем, в церкви, да. Да. И?
И, в принципе, я старалась придерживаться этого графика, быть примерной мамой. И как-то старалась все семью, но творчество все равно берет свое. И когда ты, тебя тянет куда-то, влечет, и это все равно проявляется. Да, Настя, вы взрослая девочка, вам 35 лет. Но все-таки для меня это неубедительно звучит. Если вы такая, так сказать, богопослушная, вы циркулионная, и начали правильно жить, вышли замуж, родили ребенка, а потом что, вы ушли из церкви? Нет, ни в коем случае. Просто мне захотелось как-то проявить себя профессионально. Ну, типаж другой совсем, понимаешь, да. Как бы, так сказать. Каждая хороша в своем роде, а уж Михаила выбирать. Мы-то знаем, все разные. Мы-то знаем, что наша лучше. По временам года именно. Как раз он наберет себе. Разненьких. Сколько вам было лет на то время? 29. 29, а ребенку? Ребенку уже было 2,5 года. 2,5 года. Вот вы оставляете ребеночка на мужа. Не совсем на мужа. Ну, предварительно попросив подружку, чтобы она приходила, да. Борщ готовила. Скажем, чтобы она была на подстраховке. Мужа. На подстраховке, да. С ребенком. Если где-то нужна помощь, чтобы она помогла. И вот вы себе там поете, все у вас получается, созвонитесь, приезжаете домой. Что там началось? А там семьи уже нет, и ко мне холод, и человек... А как который... поняли, в другой комнате стал спать, да? Да, он отделил себе комнату, стал жить отдельно, меня туда не пускали, и... А на вопрос, что с тобой, любимый, может быть, он... Он сказал просто я понял, что я тебя не любил никогда. Но вы могли бы подумать, что он сказал в сердцах, потому что вы ослушались его, вы его оставили одного, поехали. Я так думала первое время, я взялась спасать семью, я старалась... И вот вы побежали к своей подруге, на которой оставили ребенка, на грудь ее упали и стали спрашивать, ну что, объясни, может быть, ты знаешь, ты все это время была рядом с ним, почему он ко мне так... Что с ним случилось? Фактически она вас шварк так от себя и сказала? Ну, не то, что шварк. На самом деле, девушка тоже очень сильно переживала, потому что она, похоже, попалась тоже. Это чувство, их сложно контролировать. Я ее понимаю. Сказать, какая вы по счету у нас на программе, рассказывая одну и ту же историю, просто разными. Настолько банальная. Уехала, оставила... Я говорю, а зачем? Ну как, он не умеет готовить, он себе не завтраки, не обезут. Приходит она в халатике, завтрак ему подготовить. А мужчина проснулся, выспался. Да это же куда чистого ему... вида провокация. На Конечно. Самом деле, сама женщина в глубине это понимает. Это называется хорошо, дорогой, я уеду и проверим, каковы, насколько крепки твои бастионы. Скорее, выдержишь ли ты мою подругу? Это чисто воды наивность. Нет, да ладно, вы на наивность его не тянете. Девочки, у меня была такая же история, абсолютно то же самое. Но это не наивность, Лариса, все равно. Наивно ребенка грудного оставить мужчине. Послушайте, мне было 25 лет. А ей 29, 30 лет. Да, и я не могу спать с мужчиной в одной комнате. Я оставила мужа, как всегда, и спала в другой комнате. А мою подружку, однокурсницу, которая приехала ночевать, я говорю, Маля, там диванчик, я не могу ни с кем спать, когда кто-то в комнате. А завтра съемки, я не высплюсь. И я оставила их в одной комнате. Лариса, ну ты же ребенок. Ты не оставляла это своего? Я оставила мужа в комнате. Ты, наверное, всю ночь не спала, лежала, слушала, я так думаю. Нет, я уснула. Я потом просто не могла понять, почему они в глаза. Я говорю, вы чего там, да, убежала? Я не могла этого понять. С вами... Мне говорят, ты что, дура, что ли? Ну, вот так бывает. Поэтому, дура, вы знаете, каждый человек судит по себе. Вы бы так никогда не поступили, я бы никогда так не поступила. Поэтому нам кажется, а что здесь такого? Я искренне полагала, что здесь ничего страшного. А где ребенок-то сейчас? С вами, да? Нет, сейчас он в Минске. А сколько лет назад вы уехали в Москву? 2 года назад. 2 года назад. То есть вы поняли, что вот эта вот Москва, сцена, ваше творчество, оно дороже, чем нет, не дороже. Пацан, который будет рядом. Нет, ни в коем Конечно, случае. Дороже, раз вы оставили и приехали. То есть вот это вот мое предположение, что там амбиции больше, чем что-нибудь еще, наверное, так и есть. Мы просто проясняем ситуацию, потому что Михаил достоин не потом я не ищу выяснять, любого повода забрать ребенка назад, и потому что я очень люблю свою сына, он меня очаровательный. А какой самый весомый повод забрать ребенка назад? Любая возможность, когда я буду знать, что я способна здесь предоставить ему все условия для хорошей жизни. Съемная квартира здесь, съемная квартира. Одна школа будет меняться вслед за другой, там, где будет удобнее и выгоднее менять. Я считала, что дети должны быть всегда рядом. Вот, вот. Миша, а если у вас вот сложится с Настей, будете настаивать, чтобы забрать ребенка? Конечно. Будете настаивать? Настя, а вам зачем дядь Миша-то нужен? Пенсионер, как-никак, уже...
А ваша мама-то, кстати, в курсе? А почему вообще? Вы на него так смотрите? Он нет, а я не на него, я на вас смотрю. Мама-то в курсе вообще, что кому же не хотят. Ну, Настя, ты уже не 16. Мне не 16. Зачем сразу убивать-то? Зачем? Моя мама в курсе, если вас интересует моя мама, мама в курсе. А я вот, знаешь, не в курсе. Как бы у нее там инфаркта не было бы. Она может составить достойную конкуренцию, да? Да, да, она еще поет, она молодая, конечно. У нее маленький ребенок. Настя, пусть у вас сбудется все в жизни, о чем вы мечтали. Проходите и удивляйте нас. Андрей Евгеньевич, что скажете? Ну, да, понравилось. Я думаю, что то, что она певица, будет на пользу, потому что сходство профессиональных интересов слегка такая холодно-кокетливая, но, в общем, слегка сумасшедшая, как и многие певицы, в хорошем смысле этого слова. Но я думаю, что возможно. Все возможно. Слушай, а какой... тебя... При хорошенькой и голос есть. И... Английский не чистый, но ничего. Но сегодня, ребят, вы походите в топовые рестораны. Такие певицы, волосы встают дыбом. Таких думаешь, господи, мало. Откуда? Таких мало, конечно. Да. Таких вообще не бывает. Миш, я вот за что. Мне очень понравилось. Настя, она действительно хорошенькая и поет, и все. Но женщина, которая ради чего-то оставляет минус маленького двухгодичного ребенка, понимаешь, какая гарантия, что... Может, мужика точно оставит. Я думаю, у вас будет еще, даже если все-таки у вас сложится, у вас будут и свои Настя, дети. Настя, ты-то и... как вообще? Ты в шоке? Отойди, расслабься. Но она болезненно нуждается в том, чтобы выразить себя. И люди с Совновской луной, я хочу даже ее немножко этим реабилитировать, они правда очень сущностно нуждаются в том, чтобы весь мир узнал о том, что они есть. Настя, у вас будет творческий тандем. Мне кажется, ему не нужен творческий тандем, ему нужна жена. Впереди у нас третья невеста. И, возможно, выбор своей судьбы не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Михаилу встретить третью невесту. Проходи, удачи. По-моему, самая взрослая из невест. Самая опытная. Самая опытная, точно. Леночка, представьте тех, кто пришел вас сегодня поддержать. Так как я сегодня в новогодней сказке, со мной пришли мои феи Ирина и Татьяна. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас получше. Елена, 45 лет. Владелица интернет-магазина по продаже косметики. Много работает, говорит на сербском языке, играет на гитаре и любит театр. Мечтает отпраздновать свою серебряную свадьбу с любимым в кругу детей и внуков. Первую любовь Елены развела война, вторую – другая семья. И она продолжает верить в искренние чувства. Надеется, с Михаилом она обретет настоящее женское счастье. Я знаю, что вы говорите на сербском языке, да? Да. А поздравьте наших братьев сербов, они тоже смотрят Первый канал. Сречна Новогодина, свима вама, я сам волим ваш народ. Спасибо большое. А вы там жили, да, в Сербии? Да, это такая история у меня. Еще в 90-м году я жила в Саратове, я уже работала инженером и приняла участие в конкурсе на самую обаятельную, привлекательную. И вот по комсомольской путевке
Я выиграла поездку в Югославию. Я съездила, я встретила своего заморского принца. Он тогда был гидом у московской группы, поэтому вот эта вот любовь с первого взгляда, я понимаю, что я ее испытала. Она в моей жизни была, и спасибо. В общем, Михаилу сегодня очень повезло. У него все три претендентки, очень они все разные. Вы вышли замуж по любви, сыграли свадьбу и здесь, и родился мальчик у вас, да? Да. И что потом произошло? А потом просто война. Вы уехали оттуда, потому что там боевые действия? Я уехала оттуда, потому что мой муж, он, туристический бизнес просто разрушился, он остался без работы. И на тот момент там одна работа, вторая, были в поисках. И он на 4 месяца должен был уехать в Косово. А я на эти 4 месяца отпросилась в Россию. А он в Косово, вы же понимали, что он подвергает себя дикой опасности? А это невозможно было отказаться. Он военно обязанный. Он не проявляет к ней интереса, мне кажется. Да. Девочки, он наблюдает. Он наблюдательный, да. Он вообще наблюдает. Он наблюдает. Да, да. Я увидела, как здесь в России стало классно за эти 2 года, на самом деле. И я стала заманивать, давай попробуем здесь. И действительно, у него удалось. Он делал документы на выезд из страны. У него это все получилось. Но я его ждала, а он до нас не доехал. Просто напросто. Нет, нет, он просто не доехал. Он приехал в Москву и тормознулся здесь, в Москве, а мы даже об этом не знали, к сожалению. И что у него здесь в Москве, новая семья? Я ничего, если честно, не знаю его жизни. А мне вот интересно, вот когда жена, когда мать общего ребенка, ну, вроде он в Москве, я про ничего не узнаю, а надо знать, не для себя, а для ребенка, который задаст вам вопрос, мам, где папа? Поэтому сейчас, я не знаю, может, он здесь, а может, нет, а вы узнаете. Нет, я узнавала. На тот момент он еще общался со своей семьей. Естественно, я все знала у родственников. Ну, и что выяснилось? А вот. Ну, то, что он здесь, в Москве был. Ну, жил был какое-то время. И жил. А на сегодняшний день ни его родственники, ни я, ни мой сын, мы не знаем, где он. Ребят, ну интернет же есть. Ну, какой интернет? Без вести, нет, он здесь, в России, он жив-здоров, слава богу, у него вот как бы сарафанное сербское радио донесло. Нет, Лен, я, послушайте, честно, век интернета, ну о чем вы говорите? Сегодня а я не это невозможно, целью, честно. А почему? Вы задались целью его привезти в Россию, вы понимаете, вы непоследовательно. Вы говорите, я привезла его в Россию, сагитировала приехать сагитировала. И резко потеряла интерес к тому, что он здесь делал. Да он не доехал. Представляете, какое это для меня было на тот момент предательство. А вы же не знаете причину. Может быть, его обокрали, может быть, его избили, может быть, он попал в секту. Сколько пацану лет сейчас? Сейчас 19. 19 лет? Да. Ну, хотя бы для мальчика. Ему разве не интересно? А так развелись, не развелись, что-то не поймут. Я вас развелись мы, я сама лично уже занималась разводом спустя 11 лет. А он подписал документы о разводе? Нет, я сама без него. Но он был в курсе, что я буду разводиться. Как его зовут? Диен. Диен. Ну как-то дай знать, но пацану 19 лет, уже не нужно ни алименты, ничего, ну просто чисто по-человечески. Она ни раз не посмотрела на него. Она разговаривает только с Ларисой, с девочкой. Вот пока даже не отвела глаз. Может быть, у нее не вот было, того, что у я вижу. Нет возможности. Ну я там сидела, возможность потому... есть. А у вас был потом второй муж? Да. Значит, я жила в Саратове, и вот 11 лет уже назад я приехала в Москву на заработке. И тут вот мы повстречались. Я считаю, что мы помогли друг другу просто выжить в этой Москве, в той ситуации, в которой мы были. Потому что это была вот просто жизнь на выживаемость. Встретились два одиночества, да, с проблемами. Мы приютились, мы пригрелись друг к дружке. Вот. И у нас был общий бизнес, мы его строили. И что потом? А потом просто мы поехали открывать представительство компании для меня в Тюмень, а он планировал в Красноярск. А я узнала, что я беременна Сережкой. И что, мой опять счастье? Выбор, ребенок. Я вернулась в Москву. Это всего лишь география. Тюмень, Москва, Саратов. А он женат был, Лариса. Он жил на две семьи. Он жил. Вот они так грелись-то вместе. Мы здесь грелись, а он там... Лучше искать свободных мужчин. А не надо искать, они сами найдутся. Да, кстати говоря, пусть нас ищут. Приданное-то какое у нас, невестушка? Мое приданное – это квартира, мой бизнес и плюс 2 сына в придачу. Ой, умница какая. Ну и покажите то, что вы приготовили для Михаила. Мы с удовольствием все вместе посмотрим. Студенческая песенка. По райским солнечным садам, по рощам первозданным гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева,
я твой король, я твой король, а ты моя королева. Я люблю, когда это делается от души. Мне кажется, она от души. Она делает это от души. Поэтому она делает это от души. Может быть, не столь профессионально, но от души. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-деда Адама. Забыла, извините. Спасибо вам. Бедняжка разволновалась. Но главное, что в сегодняшней передаче вы ушли с невестой. Это мое творчество, и именно для вас. Гитарочка, сама дело с вами, какая умница. Леночка, спасибо, дорогая. Yes. В новом году счастья. Девчонки, классно. Браво, проходите в свою комнату. Спасибо. Мне кажется, что последняя невеста, она больше Мише подходит в качестве подруги, нежели чем в качестве невесты. Спасибо, что вы скажете. Она более основательная и, я бы сказал, более уютная, чем предыдущие две. И мне лично, как гитаристу, понравилось, что она, так сказать, владеет инструментом. Я думаю, что общий язык будет в определенной степени найден. Леночка, тебе понравился жених? Обалденный. Поцелуй сладкий. Я вот это сегодня выговорила. Простая русская женщина, которая будет любить. Самое интересное, что они все настолько разные, что они, из них бы хороший гарем получился, между прочим. Как тебе, Роза? Я тут так прикинула, здравым рассудком, тем более не пью, неравноценное партнерство. Я понимаю, был бы 35 лет и двое детей, это одна ситуация, но когда 45 лет... И двое детей. Ну и Миша тоже. Другая, ей не 28. Нет. Она станет женой Михаила. А ее какая визитная карточка? Какая молодость была. Понимаешь, ему лишние 10 лет спать с молодым телом. Ой, как надо. Розочка за молодое тело. Если бы она знала, какое молодое тело у нашей Леночки. Розочка, так, мы не будем выдавать свои секреты. Да. Правда, не совсем ваш типаж, я соглашусь. И с точки зрения чувствительности... Стилек можно поменять. Я не про стиль, конечно. Я говорю про... Так, Саратов. Наверное, тот уровень душевного общения. Дело же не в том, как человек выглядит. Ну, правда, ей-богу. Но в ближайший год она будет со стороны мужчины проживать действия, которые можно считать ограничением ее воли. Если человек появится какой-то в личной жизни, он будет ее скорее воспитывать, собирать, призывать к большей ответственности, не давать ей разбрасываться. Ну, в общем, будет, правда, таким папочкой в грустном смысле слова, ограничивающим началом. Лена, если все было так просто, и мы могли бы жить по звездам... Мы бы все обращались, знаете, было бы вообще все специалистам, и все. Познакомились с тремя невестами, но нужно выбрать одну и посоветовать Михаилу только одну, поэтому кого будем советовать? Все женщины достойные, у всех есть свои положительные качества, но я могу сказать, но я все-таки советую белорусочку, потому что она верная. Это даже смешно, но поверю потому вам. Потому что белорусочки верные. Он знает. Она верная, действительно, она верная, очень верная. Я согласен с Андреем, я думаю, что Анастасия. В случае чего будет подпевать нам в ансамбле, правильно? А действительно, сегодня были наидостойнейшие женщины, просто наидостойнейшие. Но к вам Нине... они все мне подходят. Да, все. Мишенька, но Нине и Елене будете изменять. Ну, будешь изменять, ну, потому что балованы. Я думаю, что нужно брать Анастасию, и по возрасту, и еще у вас родится дочка общая. И у вас есть... И она уже тоже дочка. Да, ваша собственная общая вот такая жизнь. Заберете пацана... И все у вас получится. Я так мужчину, думаю. Человек имеет одного. Право совершать ошибки. Жизнь дана длинная для того, чтобы их исправлять. Я думаю, Анастасия сама знает про все свои запятые и заплетыки, поэтому она исправит их. Настя, ты выйдешь у меня, готовься. Да. Настя, ты уже должна быть готова. Ну, раз наступает Новый год, поэтому я тут почет кое-какие провела-то. И как раз на основании этих почетов я вам и сейчас невесту рекомендую. Значит, в новом году желаю 12 месяцев без болезни. Это в нашем возрасте уже как бы актуально. 53 недели веселья, 365 дней счастья, 525 600 минут любви и 31 536 секунд приятных, счастливых моментов. С Настей, конечно. Потрясающе. Мамочки. Я за тебя. Настя, береги. По-любому. Давай, выбирай, давай, давай, думай быстрее. Ты выйдешь? Да. Ты выйдешь? Да? Звезды что нам? Звезды просто кричат, что вам, конечно, нужно выбирать Настю.
Но женское естество мое не может не кричать, что разница в 27 лет – это сложно для отношений. Поэтому выбирайте, но помните о всех сложностях этой разницы в возрасте. Психолог тоже милая, вот она милая. Поэтому, Настя. Мишенька, слушай только свое сердце, только себя. Да не выходит сердце. У тебя и опыт, сердце. И все. Поэтому, рвется сердце, рвется. Миш, мы тебя в любом случае поддержим. Сейчас иди туда, куда тебя зовет сердце. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 44. Лали, 28 лет, номер 2233. Стилист-визажист, любит готовить экзотические блюда. Семья для нее – это когда нет слов «должен» и «должна». Мечтает встретить сильного мужчину, для которого готова стать нежной и любящей супругой. Дмитрий, 30 лет, номер 2234. Специалист по установке кондиционеров. Живет в Германии, гордится своей семьей. Мечтает купить дом и завести собаку. Мечтает найти добрую девушку, которая родит ему двойню и согласится на переезд в другую страну. Мы не знаем, выйдет Михаил один или с избранницей. Я приглашаю всех выходить. Давайте его поддержим. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 44. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи! Хочется уже в конце концов олигарха найти, все. А вам сколько тюнинг-то обошелся? Мне дорого, а вам? На губах у меня уже миллион. Представляешь, у меня очки будут на губах. Мы либо делаем большую грудь, либо большую попу. А грудь не делали, нет? Нет, но до этого я еще не дошла. Ну, она врать мастак, она такая же, как и я. Ноги, 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 ноги.